Привет всем! Спальню – самая сокровенная комната в доме. Она обычно скрыта от посторонних глаз, и ее стиль во многом определяется личностью владельца. Именно поэтому выбор идеальный. Лично для вас, спальня может немало рассказать о том, кто вы, какой вы человек и как вас видят другие люди. Итак, давайте же узнаем, о чем говорит ваш выбор. 1. Открытая душа. Люди видят у вас человека, который держит глаза распахнутыми и не вешает замки на свое сердце. В вашей идеальной спальне много воздуха и света, а это значит, что вы очень любите открывать новые горизонты, путешествовать и вообще пробовать все новое. 2. Элегантность во всем. Вы из тех людей, которые не любят безвкусицы. Стиль для вас важен во всем – одежде, музыке, книгах, кино, интерьере. Ваш внутренний мир и тот образ, который вы создали, говорят о силе и независимости. Окружающие это уважают. 3. Доброе сердце. Вам, как никому другому, присуще умение сострадать, исцелять чужую боль, понимать ее как свою собственную. Людям хорошо рядом с вами, как в объятиях родного человека. Вы всегда рады гостям, а они рады бывать в вашем доме, во всех смыслах этого слова, поскольку каждый здесь может найти желанное умиротворение и покой. 4. Закрытая книга. Вас не так просто прочесть, ведь за внешним фасадом кроется глубокое внутреннее содержание. Как и эта спальня, ваш мир состоит из множества деталей, являющих собой сложное целое. С вами всегда интересно, ведь вас можно узнавать бесконечно, столько гранью вашей души. 5. Порядок и гармония. Вам свойственно то, что называют миросозерцательным спокойствием. Дзеном, проще говоря. Для вас жизненно необходимо соблюдать во всем баланс. Если кому-то из знакомых нужен логичный и ясный совет, трезвый взгляд на проблему, идут именно к вам. Лучше все равно никто не посоветует. 6. Точка зрения. Вы независимы в жизни и в суждениях. По крайней мере, так воспринимают ваш характер другие люди. Вы знаете себе цену и не собираетесь снижать ее в угоду другим. Даже если вас не назовешь богатым или хорошо обеспеченным человеком, в жизни вы придерживаетесь того мнения, что все дешевое обходится дороже. Если вы рвете с кем-либо отношения, вскоре этот человек непременно понимает, как много он потерял. 7. Радость жизни. Вы – личность с отменным чувством юмора. Эдакое яркое солнышко – генератор позитива и энергии. В жизненных перипетиях вы не только не опускаете руки, но и находите способ посмеяться над проблемой, не давая ей себя сломить. 8. Богатая фантазия. Кем-кем, а зарядной личностью вас не назовут никогда. Вы – очень творческий человек, возможно, только внутренне, но то, что вы делаете, и то, как вы это делаете, всегда восхищает других. Вы не ищете легких путей, но обязательно свой, особенный и неповторимый. 9. Имперские амбиции. Вы очень требовательны как к себе, так и к окружающим людям. Практически всегда получаете то, что хотите. И да, рядом с вами нет случайных людей, ведь окружение вы отбираете вдумчиво и скрупулезно. А вы согласны с результатами теста? Соответствует он действительности или не имеют с вашим характером ничего общего? Делитесь с мнением в комментариях. И ставьте лукас вверх. До новых встреч, мои хорошие!